Смотрите, господа, паник сел на счете ВСТ. 50 убыточных сделок держит. Позиции. 50 убыточных позиций. Трейдер этот. Паник сел. Понимаете, как получаются проценты? Хорошие проценты. Они убыточные просто не закрывают, и они не идут в счет процентов. Там и минус 80. Где тут было? Давайте теперь посмотрим этого паник сэла. Где этот у нас? Вот он. Минус 100. Но если он все сделки закроет, там будет минус 1000. Смотрим, какой у него процент показывает. Минус 17 за 30 дней. Доходность за 30 дней. Никакой доход. Вот, когда-то он был успешный, теперь он убыточный. Торгует он сколько уже? Количество успешных сделок 653, количество неудачных сделок 18. Блин, это как же надо передерживать. И чем плох Bing X, я понял. Тем, что он не показывает собственный капитал трейдера. Средства на счете, но это непонятно, чьи средства, может быть. Средства подписчиков. Вот подписчики. Плюс 70 драм. А, ну вот 22 средства на счете. Это что ж он так сливает по жесткому? Детали. Неужели он пересидит вот этот? По битку там сейчас был памп на 28,5. Но он в шорте. Позиции. Во сколько? Тут до хрена тут не пишет. Не пишут, сколько он открыл. Нет, капец. Коллекционер хуев. Похоже, бесконечное множество. Посмотреть заявки. Ладно. Ну что, трейдер? Отписаться от тебя нахер или что с тобой делать-то? Где тут биток-то? Да, биток чуть припал. Совсем кроху. Эта херня чуть подросла. Так. Теперича. Угу. Текущие заявки. Ну, хоть что-нибудь у него там. Ну, вот сейчас почти в ноль выйдет.
Ну ты, конечно, друг хуёвый. Ладно, подожду, от тебя убыток маленький, я тебе все зарезал, все плечи. Играйся, хуй с тобой. Кто тут у нас еще охуевший? И этот по такому же принципу поразмножил. Вот надо бы их запомнить, когда они выйдут в плюс. Надо их нахер запомнить и отписаться. Вот запоминаю. Кулат, любитель размножить сделки. Паник сел. Претенденты на отчисление. Если, конечно, биток вернется хотя бы в 28. Чапас вот как-то по-другому действует. Но тоже вот влетел на биток. Сколько он его держит, непонятно. Не дает информации ебаный BingX, когда он его открыл. Фул трейдом, пожалуйста. Усреднился. Да, я вот его зарезал, но он все равно десятое плечо въебал. Ладно, он как бы вокруг минуса хотя бы болтается. Ладно, всем пока.